Это там, где мы только что были. Так, здесь ничего без изменений. Это небольшая каменная табличка, на которой... Ну-ка, по аналогии. Согласно тому, что тут написано, разбить печать сможет только молитва Дагону. А, и он пользуется этой книгой как переводчиком, я понял. То есть, если какая-то надпись на этом непонятном языке, то надо применить книгу, и он переведет. Так, и чё, кто тут топтался? Так. Мне, насколько я понимаю... я не понимаю, что мне сейчас делать. Не поддается. Ну, пойдемте попробуем сейф открыть на этот 1878. Только как мне спуститься теперь? Я, честно говоря, не знаю. А, у нас же еще с той стороны двери были. Пойдемте туда. Так, что мне со здоровьем? Ох, меня порвали. Давайте-ка мы перевяжемся. Довольно интересно, кстати говоря, место. Довольно красивое, учитывая, делаю поправку на график тех времен. Довольно логичное. То есть тут понятно, что нужно освободить Мэйки, потом надо найти символы сейчас, похоже, что для того, чтобы открывать вот эти двери. Потому что часть символов он не понимает. Не поддается. И к тому же нам дали не винтовку. Поддается. Так, я зря проходил. Нам дали винтовку, которая сносит всех практически с одного-двух выстрелов, и стрелять стало интересно. Так, ну давайте. О! Ну отлично, вообще просто прекрасно. Так, сейф у нас... так, подождите, я где-то там патроны видел. Хотя, в принципе, 17, нормально. Так, тут у нас сейф. Тут у нас сейф, почему-то все двери открыты. Да блин, ну что ж ты... И где у нас тут сейф? Блин, я что, не туда зашел, что ли? Дверь заперта. А, ну да. Еще бы она была открыта. Так, вот здесь у нас сейф. И код 18. 18, сколько там было? Наверное. Да нет. Я ошибся. Я не то открыл. Один, восемь, семь, восемь. Один. 8 7 8. Так дело не пойдет. Хрен. Так, поставим на 0. Так дело. И по новой давайте. Только в другую сторону. 1 8 7 8. О, вот так. Ну, с этим сейфом я... В сейфе лежит пистолет, скомканный листок бумаги и запечатанный манускрипт, на котором вытеснено слово «Канапе». Канапе прям. Давайте возьмем. Так, «Канапе». Что мне дальше делать с этим? С небольшим манускрипт под названием «Майя Даган». Здесь есть перевод символов. Ага, все понятно. Сейчас мне надо обратно наверх и... Или нет? Пистолет Мэки. Его я, видимо, взять не могу. Ну-ка, давайте попробуем это. Так, ну мне, видимо, наверх обратно идти. Только давайте-ка сначала попробуем прямо на двери.
строго наверх. А наверх-то у нас дорога не здесь. Запишемся, раз предоставилась такая возможность. Ну, в этот раз очень мне понравилось, как я справился с сейфом. Ну, просто дело, конечно, было в том, что больше не было никаких дневников, в отличие от предыдущих моментов. У Люка нет ручки с этой стороны. И поэтому цифра была на уме только одна. Блин, ты не пугай меня. Так, ну что, давайте попробуем. Молитва должна звучить так. Уэн кгнат вха гнун аэмна внаглизай внаглизн акилт ай ари гзенгро ая дагон. Понятно. Я даже знаю, что мне сейчас делать. Это просто отлично. Очень такой логичный и последовательный участок игры, который дружит со здравым смыслом. Поэтому приятно проходится. Так, ну на эту большую дверь, я думаю, даже не стоит покушаться. Она, мне кажется, просто тупо заскриптована и не откроется. Так. Как я и говорил, надо уходить, а то голова болеть начинает. Так, вон аж как меня переглючило всего. Согласно тому, что тут написано, разбить печать сможет только молитва Дагону. Бадагону. Это небольшая каменная табличка, на которой... А, просто использовать надо было. Вот уж, не ожидал, тут не ожидал. Наглизай. Наглизн Акил. Ай Ари Гзенгро. Аядагу. Ну и что мне туда ее? Давай открывай быстрее. Стой! Давай, иди ко мне. Иди ко мне, дорогой. Ну где ты там? Куда ты спрятался, родимый? Иди сюда. Не давайте, не давайте мне уйти, лучше просто вылезайте, и все у нас будет хорошо. Так, один патрон, по-моему, на тебя еще остался. Да, все хорошо. Так, и что мы тут имеем? Видимо, это поднять механизм, который у нас там, но для этого нужен Мэки. Но его нужно выпустить из тюрьмы. Это, по-моему, ключи от его камеры, что отрадно. Похоже, это ключи от камеры. Теперь я смогу освободить Мэки. Ура! Да, это именно так. Я поражаю своей догадливости. В книге подробно описывается святотатственный обряд. Так, ну и похоже, пора возвращаться назад, потому что эта дверь, насколько я понимаю, приведет меня ко второй закрытой такой двери. Да-да-да-да-да. Все отлично, все, я понял, сориентировался. Идем назад. Спускаемся вниз, освобождаем Мэки. Мэки. Вечно попадает в проблемы. Как, собственно, и Джек Уолтерс. Опа. Мне показалось? Или мне не показалось? Похоже, показалось, но кто-то тут был. Ладно, нет так нет. Нашим легче. Прикроем пока дверку. Начинаем спускаться. Я надеюсь, там новые ктулхи не набежали. Буду их так называть во множественном числе. Ага. Так, что это они читают за речевки? Надеюсь, тут нет ктулх.
буду говорить так, чтобы побесить фанатов Лавкрафта. Потому что мне подобное внимание даже к очень хорошему произведению непонятно. Так, ну что? Даже не пришлось применять ключи. Вы узнали, где проводят обряд? Да-да. Не совсем. Я думаю, его проводят в каком-то подземном святилище. Проход закрывает огромный каменный диск. Помогите мне попасть внутрь. Мне нужна пушка. Нет проблем. Мне не потребовалось проводить расследование, чтобы определить, чей это пистолет. Первоклассная работа, Джек. Пойдем. Так, ну и мы идем обратно. По дороге сохранимся. И тихонько, не спеша, идем вперед. Проблема данной игры еще и в том, что разработчики любят респаунить врагов в местах, где ты только что был. Поэтому нужно быть осторожным, потому что вполне возможно, что мы тут опять не одни. Ну что я говорю? Ой. Ну ладно. Мэки, иди сюда. Иди сюда, Мэки. Мэки, иди сюда. Я надеюсь, он последует за мной. Мэки. Черт, я потерял Мэки. Лучше мне его разыскать, пока с ним чего-нибудь не случилось. Дебиловатый Мэки мне все испортит сейчас. Если его убьют, я просто не знаю, что я с ним потом сделаю. Блин, мне что, опять тут со всеми воевать, что ли? Ой, где ты, Мэки? Где ты? Я надеюсь, ты будешь стоять на месте. Опа, Мэки! Ты откуда тут взялся? Ну ладно, это хорошо. Ты же вроде потерялся. Какой странный Мэки. Так, а мы идем поднимать. А, он, видимо, через это пробежал. По подъему. Ну тут же куча врагов, как он умудрился. Ладно, Мэки, иди сюда. Мэки, иди сюда. Мэки. Блин. Мэки, иди сюда. Мэки, ты такой так, Мэки? Мэки, пришли. Вы поднимите крышку, а я пойду испорчу им праздник. Удачи, Джек. Да-да-да. Крышка поднимается. Так, два готова. Да тут я. Так, сейчас мне надо будет пройти мимо всей этой охраны. Я думаю, тут мне пригодится дробовик. Везде ищите. Ищите, ищите. Я вас сам сейчас найду, дорогуша. Хорошо. Опа, опа, тихо. Ладно, довольно неплохо все вышло. И что мы имеем? Мы имеем спуск еще ниже, сколько можно. Ползаем. О, сохранение, это отлично. Это что, меня опять косить начало всего? Так, со здоровьем... Ой, тихо. Со здоровьем все в порядке.
Блин, да чё мне так коряжит-то всего? Что-то мне это все не нравится. Давайте-ка мы возьмем винтовку, перезарядим ее. Я не помню, полная ли в ней обойма. И судя по всему, сейчас что-то... Что это такое? Это чужак. Убейте его. Охереть. Блин, я не могу двигаться. А, ты довольно-таки слаб оказался. Блин, давай, братин, ты сможешь. Все хорошо. Так. Может, мне этот надо выключить? Наверное, отряд проводил сам Роберт Марш. Нужно быстрее бежать за ним. Сейчас только подлечимся и, пожалуй, сбегаем, сохранимся. Раз такое дело. Ничего, далеко не убежит в скриптовой игре коридорной. Хорошо. Так. Какие у нас тут статуи. Птичка. Двери заперты. Ну, отлично. Кнопок нету. Опа. Гидра. Ктулху. Ну-ка, гидра. Какая гадкая гидра. Дагон. На табличке выбит текст на древнем языке. Давайте прочитаем. Здесь написано: чтобы покинуть храм, преклонитесь перед божеством ордена. Перед божеством ордена? Орден у нас Дагона, да? И как? Вот я преклонился. Дверь закрыта. Ага. Опа. Что это за символы? Нолик, квадратик, треугольник. Сверху два якоря и какие-то шарики. А тут... Да присядь ты, ёлки. Треугольник, квадратик, нолик. А, ну-ка слезь. Свали-ка на. Давай вставай быстрее. Давай. Так, тут же как раз я, по-моему, видел. Квадратик. Треугольник. Нолик. Так, как тут у нас нолик, квадратик, треугольник? Нолик. Квадратик. Треугольник. Я не смогу их взломать. Хрен там. Так, гляди. Точно нолик, квадратик, треугольник? Квадратик, треугольник. Фу, короче говоря, я потратил на эту головоломку не так уж много времени с момента, как я выключил запись. Суть в том, что я не сразу въехал, что тут нужно было очень внимательно посмотреть на эти таблички и сложить их, как они тут идут по порядку и сопоставить с этими символами. Короче говоря, довольно-таки интересная была головоломка, занимательная. Я люблю такие вещи. Поэтому у меня, в принципе, не так уж и много времени ушло. Если тут смотреть, то получается, что сначала идет знак Дагона, потом Гидры, потом Дагон, Ктулху, Дагон. Нажимаем их по порядку, и дверь открывается. Просто отлично.
Да, хорошая головоломка. Давно я не ломал себе голову. Мне понравилось. И мы направляемся дальше. Сейчас, конечно, надо переключиться обратно в боевой режим, потому что я уже отвык воевать за это время. Но тем не менее. Так, что у нас здесь? Сюда, похоже, клали каких-нибудь девственниц. Вырезали из них все внутренности, вот в эти вот ложбины их складывали. Остатки скидывали куда-нибудь к Тулху на съедение. Так. Я слышу журчание воды. Наверное, это старые катакомбы контрабандистов, которые ведут к заливу. Понятно. Идем к заливу. Твою мать! Отлично. Ну ладно. Давай выплывай, Джек. Давай, давай. Да, похоже, Джек не выплыл. Игра заканчивается, идут титры. Было бы неплохо. Но, конечно, на этом история не закончится. Нас как какого-то Джеймса Борна... Ой, Джеймса говорю. Если Джеймса, то уж Бонда. Но я имел в виду Джейсона Борна. Так, у меня не было достаточно времени, чтобы прийти в себя после того, как меня вывел катер береговой охраны Урани. Я все еще дрожу, но теперь уже не от холода. Я хотел придумать 1000 мест, где хотел бы сейчас оказаться, но ледяная вода в этот список не входит. Но там нет и того места, куда я плыву на этом судне. Похоже, команда тут хорошая. Старпом Уинтер даже покинул свой пост, чтобы проследить, что обо мне позаботиться должным образом. По-моему, они понятия не имеют, куда и зачем мы направляемся. На. Так, идем дальше. Так. Ужасы, да, я терпел очень много ужасов, не тронулся рассудком и прочие переживания рефлексирующей барышни по имени Джек Уолтерс. Коллеги из ФБР решили вплотную заняться кое-кем из местных. Они психи, но все указывает на то, что укрытие находится под рифом Дьявола. 20 минут назад мы потеряли связь под лодкой, которая патрулировала этот район. Уже и подлодки теряют. Спасибо, Уинтер. В последнем их сообщении была только какая-то бессмыслица про подводный город. Нам нужно дойти до рифа и найти это укрытие. Лучший способ пройти старыми туннелями контрабандистов под морским дном. Послушайте, я, конечно, благодарен вам за то, что вы взяли меня на борт, но то, о чем вы говорите, просто самоубийство. Да кто тебя спросит? Донсенс, лейтенант, давайте составим план высадки в моей каюте. С мотивацией у них вообще проблемы. В вестных водах особо не поплаваешь. Так, ну и что, мы на корабле, на этой самой Урании. Мне надо бы записаться, чтобы прекратить на сегодня, потому что пора бы уже спать. Так, дайте мне сохранение. Что у нас здесь? Не открывается. Не открывается. Зато вот это открывается. У нас... На верхнюю палубу. Дверь заперта. Оружейная. Вот это, конечно, мне пригодилось. У меня опять нет всего оружия. Сколько раз уже за игру у нас отнимают оружие, потом и кровью добытое. Просто нет слов, какие-то сволочи. Блин, я хочу сохранение. Потому что я наслышан о том, что тут творится на корабле. Закрыто. Закрыто. Все закрыто. Когда закрыто, это означает, что рано или поздно мы ее откроем. Когда дверь вообще не открывается, Джек говорит, не открывается, не поддается. Так, ну и у нас, похоже, нет выбора, кроме как двигаться наверх или туда, на эту палубу. Так, мостик. О, сохранение, хорошо. Сейчас мы сохранимся и, в принципе, я думаю, пока прекратим. С вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Пока-пока.